Знаешь, Штада, ты лучший водитель из всех, что были у тебя за все эти 3 года в этом чертовом отделе. Просто невозможно заставить этих хреновых гонщиков работать на нас. Низкий уровень жизни в Майами их не привлекает. Им подавай приключений. Взгляни-ка на фотографию, Тарда. Этого парня зовут Руфус. С него и начнем. Выпьешь кофе? Черный? Ребята сверху интересовались тобой. Послушай, нам нужно, чтобы ты внедрился в банду, понимаешь? Никто, кроме меня, об этом не узнает. Не беспокойся. Если что-то изменится, то я найду способ тебе об этом сообщить. Теперь отдай мне значок. У тебя есть вопросы?